ставить, конечно. Да не, это на сову надо. Там, кстати, скажу секрет, камни на МП5. Марик, ты зайдешь на шаману, пожалуйста? На регене драгу? А, ты к нам же здесь шаман. Че надо? Да, еще один. Сейчас. В смысле бомж, Виталик? У меня уже изначальный варик, 10 кдп. Дима, я не про чара, я про лично. Кто? О, Ваня, ты тут, Варенька? Да. Ты на хила заходишь? Смотри, сейчас на профи я умираю. И говорю, шаман дно. А ты такой, почему я дно, блядь, прожимать? И, короче, весь трай нахуй слудим, понимаешь? Он сдохнет. Я просто советую посмотреть первую пати, третью пати и все. И четвертую пати, где один деда, и там просто слизнёк не доползёт. Чё вы умирали? По-любому не доползёт. Это такой дамаг. Он даже не понял, к чему я это, понимаешь? Он вообще не понял. Виталик, а если не кольцо за репу, то какое кольцо на ШП лучше брать? Сребра. Нет, почему с кораблей ты берёшь из совета? Ну, я буду собирать рейды до 29 декабря. Каждый день? Да, если надо. Это жестко. Наш поход на цитадель ледяной карты начинается. Я просто в этот момент прям на кольца смотрел, и ты спрашиваешь, какое кольцо лучше, я вообще не понял. Ничто не защитит. А БДК кто? Мутант? БДК у нас мутант. Ты бы мог стать величайшим из моих рыцарей Фонды, той силы тьмы, которая прокатилась бы по этому миру и перевернула страницу истории. Но тебе уже скоро у меня будет другой. Бля, ну вы чё? А, нормально, я думаю, что это за прикол. Поклон, а, это ты, Димон. Бля, ничего. Че? Да ничего. Че тебе не нравится? Да ничего уже, мне ничего не нравится. Не нравится, как ты говоришь трэш. Ну, че у нас один лок? Я могу на лок зайти. Если хочешь, могу на лок зайти. Каким-то зайдешь. Войт, давай прыгай в нишку, Войт, и давай маскрик. Давай, покажи скилл. Он большого загрит, и вы все сдохнете. Он загрит большого, но большого не будет. Я не вижу. Может, уже не надо? Да уже не надо. Ты крик найдешь. Выживающий лёг, да, на какой ярости. А с Россией нет, да, в рейдере? Все люди, которых я знаю, лично. То есть она обманула, да, нас? Амину я тоже знаю, я бы ее взял. В рейде люди, которых я знаю лично. И типа, и уверен... Она плюсовала за мага? Кто? Ну, она плюсовала за мага, не? Не знаю. Не, я магов сразу набрал. Я взял тех, кто дамажит и кого я знаю. Да я не особо дамажит. Какая разница? Ну шмот вообще хуёво собран, на самом деле, поспаем. Зайди на ханта. Понимаешь, Диана, там нужен был шаман. Ты соберу ещё рейды, пойдёшь кем хочешь. Что, там ещё суббота есть. Ещё БТ будет. А, ещё БТ будет. В смысле, Зань? Саша, ты ну, прям 8 лет играем вместе, и ты променял меня на какую-то молодую блондинку? Сорты молодая блондинка. По бафам детско расскажу, Лошанс будет бафать у нас каски, этерники, кулаки и поклонские манули.
ходишь с одинаками, не ходишь мага, где они что-то не втыкали. Ну типа кину ЕП на мага, потом заберу ботинки. Поднимите камень, пожалуйста. Там уже я только, скорее всего, в понедельник не смогу. Поднимите помог, и ты останешься на ШП. Мне пофиг. Ну, как хочешь. Бей, право, мутант. Третий, 8, а мы уже зачистили трэш, да, это рекорд. Время 7. Ну типа, трэш так плохо, не чистит быстро. Смогу на трейде, по бафам, давай, Дима, ты будешь бафать 7 каски, а термики, ты кулаки. Я сказал уже. Манурек. Да, ну хорошо. Раздайте бафы, поставьте рыбку, пожалуйста, если есть у кого-то. Суммоните Ваню. Накуренный вам тут самогон. Я сразу расскажу про свои правила. Если вы не пишете мне ПМ, что отходите, не говорите в РК и так дальше, за каждую минуту вашего АФК будет начисляться 50 ГП. Я накину эти ГП. Нормально. Хуй, я тарифы как на коммуналку, блин. Не пофиг, мне просто обидно, что лично я всегда бью этот трэш там, ну, один раз, не, вру, за полгода я, может, раз 6 кашал на трэш. Но мне просто обидно, что, типа, люди не пишут и просто ушли, а все остальные напрягаются, что-то делают туда-сюда, и, ну, это просто обидно. Как можно еще Вовке напрягаться? Войда жалко, блядь, старается всегда, блядь, напрягается. Ваня, ты тут, Ваня? Окей. Покидаю. Не, давайте так, кто есть энчантер, плюс анетик, чтобы было честно. Ну давайте я сейчас что-то напишу, я знаю, что это пурга. Вот напишешь. Понял. Давайте первый значок после моего ВРК, и вы получите весь шмот на лист. Изи. Копернул. Никто не знает, как написать. Я копернул. Так проще. А есть такое абсолютная пыль 5 штук? Угу, дай трейд. Спасибо. Чё, погнали, может? Лапу дайте. Все, давайте, чек на баф и готовность. Ваню, да забафайте. У меня все есть. Муквин, Квадропедра, Мутанг, Коля и Этермити. Кроме работы. Муквин. Так, еще раз чек. Я распула, как только танк поставит босса, чтобы не терять ничего. Диана. Гнали, короче. Диана. Она, ты тут? Так ДП. Он взял одну девушку, рейд и тут просто вот промо, блядь. Ладно, начинай. Тут
тоже не стойте так. ДПС 50% до вертушки. Беги, малышка, беги! Там было кощу после доказать еще. Позориться, что ли? И адептовское разбивание шипов. Всем похуй на них, да? Какая секьюрити быстрее шпана, когда не повесила? Так она повесила. По-любому, типа. Не, ну... Она пока там офнутая. Амулет. Уже не повесила. Амулет. Кикни её, Дима. Как кикни? Ну, ручками. Зашла. А, вон. Коль тебя? Чё тебя рисну, подожди. Не заходи. Не, на шару отдам, надо кому-то танка что-то. Дай мне, так, надо, давай мне весь шмот, который я же выиграл. Ну я знаю, но может там кому-то надо на танк. Мне на транспорт. Что, Коле не надо? Зачем они? В смысле зачем? Ты сейчас идешь к ДК, который 3К, блять, и говоришь, зачем? Да, бери эти и сними свои Т-10-1, блять, нахер. Бомжар. Спасибо, Виталий. Я ж тебе как лучше советую, я ж не как войду, блядь. Бейте, бейте, бейте. В смысле, у секьюрити есть дети, что ли? Так, ну, ну, ей нормально же, потрясательно где-то. А кто это вообще? Сюрприз, у тебя есть ДК сюрприз? Это кралька или нет? ДК. А? Кликни, пожалуйста, на этого босса. Не, насчет трясательника точно не скажу, но дети есть. У нее уже в ЧСе запрепать. Что ты по голосу услышал, слушай? Ты еще скажи по фоткам. Так, давайте сюрприз в танк, мутант в танк, мутант и сюрприз слева, last chance справа, маба тянешь сюрприз к нам, милики бьют слева, РДД бьют справа, мобы должны быть забиты там в течение 20 секунд, начинайте, кто-то спорил босса. Там ракини, нарфу, косак, ванны не реже. Курси, там кто-то босса просто спорил, трэш, бьем трэш. Козырь, дай гибно, ману, это там поставлю. Это все трэш, там в пуле босса, тут уже никак ДПС не подрочить, бьем трэш.
Ману, залейте танго, залей ману security. Забивайте биста, тангру и козыря. Слейте капли, капли только поспевайте. Тангра, подымай роялда. Сейчас ты выйдешь с контроля, все, подымай роялда. Трэш, бьем трэш. Надо подождать. Бейте слева трэш, рэш. Справа не надо, не бейте, мы тут сами с Димой добьем. Я в контроле, удачи тебе добивать там. Добейте трэш, справа. Кизва за контроль, накуренного хлама за контроль. Справа там миликовская херня. Дайте гимн на ману кто-то. Гимн на ману входе, накуренный хлам и стал тотем вон. Будь последний трэш. Стопайте по леди, стопайте по леди, трэш вышел, бьем трэш. Точно мог побить Риголас. Капли посливайте, посливайте капли. Все, давайте переводите, да. Смотрим контроль. На пул на мутанта. Первый на пул на мутанта, потом на сюрприз. Контроль. Трэш. Все в трэш. Ой, Бэс, поднимаем их к ним. Все, нормально. Как в адептах. Бейте пока босс. Ну давайте на сюрприза. Антон, скидывай агро. Дайте ему ход в тень. За контроль пулпера. Пулпера, каменса и ганка контроль. Речи. Огонька и каменса. Смотрим духи. Духи, смотрим духи. Призвались в центр. Смотрим духи. И притворись мертвым породистым. Породистый, ты не напуливаешь на танка, у тебя выше агро, чем у танка. Притворись мертвым породистый. Пух, смотрим, дух в центр. Пулпера контроль, пулпера диспрута и рубикиса не надо. Ну не убейте, не убейте, ну что вы делаете? Это контроль, Дима, сейчас. Ай, вихрь кинули, прости. И все равно не умер, блядь. Смотрим духу. Трэш, бейте трэш. Мини-зон. Пулпера законтрольте и танкру законтрольте, мутант танки. Что там хилы все упали, добивайте босса, речь. Не везде спылил, Фиф, что ты стоишь? Все, воля господина! Извините, пожалуйста. Ваша а, вот. Ты не мертв. Два ожерелья. Тройте ожерелья. Надо кому-то? На шар ожерелье, ну рольте надо, не? Хотите. Рольте наруч. Погнали дальше. Я в прятки! Поклонский, тебя там в прятки закупят. Да, у меня тут детский сад.
Прячься в Долоране. Заходите на кого хотите, мне все. Что тебе, Антон, придется повешать, когда я сейчас баннер за сундуки ДК. Если чё. Да, мне ничего не надо с рука. А, ну, зайдешь на ДК, окей. Не, да я на одного босса. Ты говорю, если там заводить, то уже не катит там баннер. Не, не заводи. На, охуй-то, я уже сходил, блядь, один раз. И то, блядь, не я заводил. А если КД принимать? Если когда принимать, то все нормально. Нет, бан все равно дают, если ты даже когда принимаешь, не принимаешь. Ты в бою не участвовал. Ты заводишь, типа, на этого, то заводить нельзя. Но если ты бьешь, то все нормально. Ты в РК, ты слышишь меня? Почему у тебя агро только столько было на леди? Ты что, не напуливаешь на танк? Смотри, что это БДК. В нашей гильдии всех ульты напуливают на МТ всегда. А ты, у тебя было агро вместе с танком на леди. На равнее. Ты даже притвориться мертвым не играл. Ой, висит. Не, не висит. Не висит. Как висит? Не висит. Так висит. А, ты релон, подождите, не бейте там. Не, мы идем бить трэш там наверху. Да, спал. Ну куда побежали, клацаньте. Самонем сразу. Ого. А. Наверху самонем. Там шкаф уедет. Чекаю. Влад и Виталик. Ну ладно, без вас, погнать. Воспряньте, сыны и дочери Орды! Сегодня мы будем... Знаете каску под рулем? Видите? Что это там вдалеке? Боевой корабль Альянса! Все на палубу! Сейчас вы ответите перед Саурфангом! Двигай свою калошу, не то мы ее прямо в небо нарвем! Орде тут делать нечего! Ты скоро пехота, пойдешь, сержанты! Смотрим трэш на нашем, бьем трэш. Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Сюда, пусть заткнет!
крики! Огонь! Оружейники! Огонь! Подъем, трэш. Сержанты! Бой! Как ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь! Корабль под обстрелом! Заклинатели сюда! Пусть заткнет эти пушки! Оружейники! Огонь! Летайте здесь, Марта. Оружейники! Огонь! Оружейники! Огонь! Смотрим маг через 3, 2. Прилетайте, бейте маг. И трэш на нож. Ты смеешь ступать на мой корабль? Сейчас ты умрешь. Оружейники, огонь! Летайте назад. Корону рольте сразу на шару. И перчатки следующие тоже будут на шару. Мы назвали его Дранош. На орочем это значит... Кольцо рольте. Каски раздай, псих. Не позволил чернокнижник... Сейчас я поднимусь наверх и раздам. Что, надо кому-то? В Городаре под защитой старейшин. Я пообещал его матери, когда она умирала, что пройду через темный портал один. Неважно, умер бы я или выжил, мой сын остался цел и чист. Сегодня я исполню... Бьем трэш, чтобы не вырастал. Жалкий старик. Ну что ж, герои... Это трэша мы снесем 40%, будет капец как круто. Дайте срочно дух по магам. И Геру дадите, как только добежит к танку, босс. Да, погнали. Геру. Смотрим трэш, для всех трэш. Кому заберите луну. Давай войско. Ну там, войско. И не бейте трэш.
Третий все трэш, потому что там проект упал. Хорош. Фу, какой-то такой нищий ДПС вообще, блядь. Сколько итоговый? Хуебатель. 319. Нечего. Помните о чести. Кто там выше? Какой бы жестокой ни была битва, никогда... Кто выше? Кто там ролит? Рутбишник. Кто? Этернити. Надо дон скачать. Два покорителя обычно. А сейчас сниму ГП. Обычных покорителей рон. Давайте погнали, валик бить, валик на центр, все на центр бить валик. Пост. Чего? Чего она так быстро летит? Ну там догрей вальку. Тут много сзади. Стой. Ну так держи их сзади, мы просто убьем валькирию. Уйдите все сюда, в звезду. В звезду уйдите, в звезду, все сюда, там вторая будет лететь. Ага. Иди сюда, мой бог. Верни, они же клевые, блин. Приморозить? Не надо, пиздец, киловые, да? Ну да по-любому Кащуга, он тут единственный ПВП-маг. Какой-какой маг? Ну ты же в ПВП-шмоте. Нет. Странно, а чё ты не дамажишь тогда? Кстати, так ты вроде забралась? Так там маг-то так себе одетый. Да я знаю. Издеваюсь над тобой. Ну ладно. Войт просто уже, ну, обижаться начинает, как бы. Я решил поменять себе тёлку просто. Говнюк, а. Тем более у тебя голос более женский. Сойдёт. Блядь, сука, куплю нормальный микрофон. Когда-нибудь потратить. И станет ещё хуже, блядь, да?
Антон, забери этого босса, моба. Мутант Антон зовут? Нет. Я сказал мутант. Мне послышалось Антон. А как вообще мутанта зовут, вы знаете? Да, кретин. Дискорд, не? Нет. Нет, это самогона шуток, серфингует просто. Не выдерживает часть его. Я своими шутками додалась в серф. Смотрите, дайте станы, что-то не станы, ничего. Дайте собак. Вот, что-то я ФКшишь и ничего не сказал. Ну, минута прошла. А куда ты сливаешься, Дима? На ХРЛ к выходу пошел. Починиться, у меня шмат сломан, мне что-то за ФК. А что-то какие-то вордалаки, короче, бьют. Он притяните он тех двух вордалаков. А никто нежить? Сейчас я их за контроль. Это еблар, просто еблар! Сейчас, брат. Еще один наверху. Две ловушки запущены, может идти туда. Куда он пошел? Убили уже собак. Сегодня передавали, что типа начинаются магнитные бури, бля, типа. Походу они уже действуют, блядь. Этот Долоран ходит чиниться, блядь. Этот просто по коридору гуляет. Не в Долоран пошел, что с тобой? Короче, ленточку ППР заберу, не знаю, мне пофиг. Последняя шмотка. Не знаю. Ага, упала, мы еще не добили прелесть, но она уже лежит. Хорошо. Пацаны, РЛ кидала, если вы не знали. Давай, на ролл или мне давай. Давай на ролл, Джерил. Ну или просто мне кинь, я знаю. Мы. В принципе, мы оба достойны этой ленточки. Но я больше. 100. Блядь. Войт бит 100, огонек 100. Джерри, он там 3 сотки. Ну-ка, братан. Ща, давайте, огонек. Блядь, Войт, я перерол. Давай, смотри, ну-ка. Опа. Ну-ка, кидай. Кидай. 100! Нахуй, 100! Что за говно, Джерри, ты читер. Спасибо, Дима, я знаю, что ты на меня ролил. У Джерри у нас скрипт, короче, на эту хуйню, типа, чтобы в чат писать другими, ну, цветами, символами. А, по-любому. Дайте бомбу. Не, ну я скриптер, я не спорю, но так, на такую фигню я еще не писал. Продай. Ты попробуй. Да, мне надо ленточку. Ну, у тебя main это pass, мне да? Надо, понимаешь? Вот у меня NP без ленты. На. Хорош. А два раза кинул сотку на ленточку и все, забрали. Все, всем спасибо, короче, я больше с ним не пойду никуда. Мне больше ничего не надо. Джерион, как это вообще возможно, скажи мне? Ну так, как-то возможно, чек на бок. А, на рынже. Каменс, накуренный в хлам, квадропедра, козырь, 4. Тангра, 5, протопал, 6, 2 ханта, 8. Все. Огонек килл, что-нибудь. Ой, вот там 9 надо.
8 надо, 9 это подстраховщик. Но мы думаем, скиллованный внезапно. Но Рубикус, если чё, будешь 9-м щитовать на рендже. 8 надо, 30% рейда, 30% рейда. Блять, наконец-то появился РЛ, который знает, что тут нужно 30% на рендже. Терн, каску дайте, пожалуйста, ваш ченс, дай каску по себе. Ой, за 30 секунд ничего не понял, все, пока. Ваня пошел за блокнотами тактики, смотри. Я съел. Давай. Диана, где? Крис, прожми, пожалуйста, на С, чтоб тебе легче было захиливать. Вроде с того захиливайте, он, наверное, же. Там под босса, пожалуйста, кисекушка. Кисекушка под босса залез. Беги. Педро на турнир, хлам камень слегалас. Позабей на себя, мутанты держи на себя большом. Не-не, не дел, не забирай, пусть мутант держит, чтоб не было взрыва. Ты на это прямо. Рольте медальон. О, блять, мой рекорд по ДПС. Новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней. Красава, Колян. Это что вообще сказал? Сова, надо кому-то. Ты так, он вообще был рай. 18.3, что ли? О, плюс большой еще в рейде был. Так это 18.3 же, это как Войд. У Войда 16, 3 выше. Блять, жду, который Войд уже Тершаму выкачает, ретрика. Туда можно целка в 5 хилов выпить. Сколько? Я соло захилил. Ты себя... Кем? Престол! Да. ШП. Под тучками. Вот, похите, один одного босса без меня там пришли, надо дверь открыть. Ты заебал, ты, Ваня, уже до каждого босса ходишь. На самом деле там открывается дверь и кидают у него деньги и говорят, малой за сигаретами, блядь. А он такой, ребята, мне надо открыть. Если Ваня поможет, то кто там большой, блядь? Ну не Ваня. Логично. Эконом, что ли?
О, а где он, кстати, он живой вообще? Че я его давно уже не вижу? Не слышу. Больше вроде как в Германии. Хорош. В концлагере, что ли? Джерри, он тебе пизда, уже 45-я секунда. Ну ладно, успел. Не-не, я тут, я просто чекаю. Ладно, давай, Диана, сама захилишь без Вани. Ну что вы делаете? Я же не сказал, куля. Да ладно. Лан, тебе придется прожиматься нормально. У нас один аршал. Окей. Следующий рейд пойду локом. Дима, ты же пойдешь магом, да? Не, я только в понедельник. А, не, в воскресенье. Воскресенье. Ладно. Оставлю лока на воскресенье, окей. Да мне эти тапки пока что не нужны, мне тело нужно солид. Да, рыдает там пацаны. Хилки, камень, завонёк, мухинки, секушка, квадропедра, леголаз, жесть. Чему танк на 9? Перед профом я поставлю да таймер. Я таймер поставлю перед профом на 5 минут. Пойдете покурить. В смысле перед профом, блядь? Перед лечом поставишь? Да перед профом. Проф самый тяжелый босс. После него надо курить. А не перед. Кто курит перед сексом, блядь? Джерри. Джерри? Он боится просто нервы успокоить, что бухать надо, а не курить. Курю, мне надо это идти просто. Скоро, идите. Не, ну после того, что ты куришь, Антон там вообще не стоит, как бы там. Что, ну после пропа пойдем покурим. Живой. Да. А ты живой? Да, вроде. Что молчаться? Что тут говорить? Тут босс плюется. Сейчас на профи надо будет говорить. Да. Желательно не по теме. И побольше. Вообще без проблем, Виталик. Тем более в кухне делать нечего. О, как раз мне поможешь ПВП-ШП там. Я тактику, наверное, не понимаю. Что делать надо, блядь? Молодец, что оставил столько газа. Я его даже чувствую. Штаны? Дети квест дайте кто-нибудь. По два дебаф. Ну, хан какой-то желательно. Давай поезд на успех паролем. Проводи, ты пусть бегит, я в обычке бегал. Там для бафа нужны. Это, передай, пожалуйста, Мунквим перчатки и секьюрити. А чё квест давать? Чё квест давать? А? Квест? Я уже сказал, чтобы его сдавали. Да ну потом его сдадим, чего? Там сейчас сдаст ханты, придёт сюда. Колин, тебе не надо, давай сюда поезд. Один роял остался. А еще бомжар огонек где-то там бегает. Суманить. Тыкните. Цене, я за офспеки не даю ГП, можете там как хотите распределять тот шмот, вам все равно не нужен, я даже не знаю, зачем его что-то там накидывать. Какие-то ГП, зачем?
Надо пересмотреть систему и снимать по 30% ЕПГП. Потому что оно не работает, когда рейдов так много. Так, ну да. Ну 30% это пипец. Если тебе надо пояс, я отдам тебе пояс, я же говорю. Такой ли он не нужен? Жадный мечмар. Забирай. Купи волю. Тебе она не надо. Другим пацанам. Ты тоже не надо. Да, выберу. Не, ну я сейчас на X5, короче. Там прикольное правило, там нельзя собирать осколки в рейдио, если у тебя нет 18 КИП. Вот сегодня собрал, завтра сброс, все. Завтра ты не можешь, пока не набьешь опять 18К. Ну, чтоб вот эти говно, короче, типа, что только за осколками ходят, чтоб в рейды все ходили. Потому что они не будут получать осколки. Ну, там прикольно так придумано. А я согласен на такую фигню отвечаю, потому что все прессуют тупо за этими осколками с чар. Ну да, я такой, блядь, я не буду собирать осколки, они мне в рейде не попадают и не идет, понял? И так он никогда не будет их собирать, если не наберет ЕП. На очередь можно записываться на ШМ, точнее на этот, на квесты, только если там 5000 ЕП у тебя есть, или 8. Чем можно гулять? Что, нормально. Никто не курит, никто не курит, пацаны, все нормально, не курим, не курим, не АФКшим, не АФКшим. Коля, не кури. Дай тишку. Поклонская, ты тут? Поклонский, Поклонский. Ну не АФКш, Поклонский, прошу тебя. У кого нету там рега, можете купить, там жив стоит, паладинов диваны касается. Сейчас куплю. Как-нибудь когда пулять будете, я во втором окне. Пуляем, Ваня, пуляем. А что ты делаешь во втором окне? Траву собираю. Так вот, что за чмо собирать мою травку постоянно. А где ты фармишь? Мне нужен этот язык от спида, поэтому в низинке. А, не, я обычно такой... Подклонский, походу, отошел. Ваня, пора язык собрать. Здесь это зеленая травка? Аспид? Не, я там... Ваня, ты тут? Ты можешь подтвердить готовность? Да, да, готов. Чё, пить, не? Не, ну, подожди. Так аспид там, не проблема фармить. Стоит? Смотри, сейчас выпьет он, и ты будешь его хотать, кисякушка. Пей, Дима, иди хотай. Мы не бьем? Не, кисякушка, иди хотай. Хотай, иди протопала, кисякушка. Кисекушка. Куклу ходу. На кукле нет. Кисекушка, блин. Если стоит буква Ё, то ударение на неё. Пойный рост на куклу. Ну, встань под куклу, чтоб пойный рост не перекидывался. Виталий, встань под куклу. Что-то меня не хилит. Может мы так начнем, а я там попью лужицу. Подожди, кисёкушка, ты тут встань, пожалуйста, под куклу. Вот звездочка, встань под куклу и хиль куклу. Что непонятно я говорю? Да, сейчас по мане присядет. Не, там только омоложение, буйный рост. Да, 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 жизненный цвет. Стакай до 4 стаков. Ладно, сейчас точно будет до 4 стака стак. Буйный рост на кухне. Я всегда рейд хилю, на первый раз сейчас куплю хилю. Понятное дело, я не знаю, что... Ну, это новый босс, да, типа. Я скажу, не было в звере. Нужно еще хилить, омоложение и буйный ростик. Еще кидай, там нужно, чтобы энергия прям. Можно даже без восстановления. Не, ну советы от Войда, это мне кажется прям стыдно немножко. Все, можно пулять, слышишь, хватит. Я не понимаю, я всю тактику знаю просто лучше всех. Все, давайте, чекаю. Бою, блядь, чек. Все, гол, погнали. Принимай. Погнали, бейте босса.
Надо запомнить. Бля, ну Дима, пей подо мной сразу, я не хочу бегать. Ты говоришь, нахуй под тобой. Я думал, я у тебя в фокусе, как бы. Ты все под стол? Под стол. Зеленый под стол, красный под стол. Все под стол. Я вылетел. Я все, сейчас иду. Замедляйте, замедляйте. И по дебафам играй. Да я один буф. В смысле, замедляйте? Сбегите с цели зеленого. В цели зеленого забежались. А теперь. Газовый. Все, давайте зеленого добивайте. Добивайте зеленого, резче. Хорош, бейте про. Собачьему отдай, сдохнешь. Смотрим, сейчас колба будет. Мутант, не веди под красный, веди под зеленый луч веди. А колба взрывается, да, типа? И меня она убьет? Да у тебя там ревность, не парься, пейте. Под зеленого все играем зеленого, все в зеленого сейчас играем. Но в зеленого все. Смотрим. Все в зеленого опять. Теперь профа. Менее центр. Туже колба. Ничего. Выливается, смотрим. Так, стопнули по профу. Замедлили красного. Давайте в красного все. Квадрат. Голубы под боссом, это хуёво. Дети, не подходите, пока взрыва не будет. Бафом играем, замедлить. Геру, давайте Геру. Заспельте куклу. Замедли второй раз красного лучше. Садись к цели зеленого. У меня нету ради. Цели зеленого. Посмотрим. Опять по зеленому. Сбежались. Побейте профа. Колба, отводи. Он стоит. Забирай там, Ген. Так я уже забрал. Не давайте диваны, ставьте бейте. Так, бейте, ничего не давай. Покоритель героический. Ну, ГЦ Поклонская. Партий героический покоритель. Димон, я отойду минут на 10. Поклонская потанчит. Пойдешь? Да, отойду на 10 минут. Не кидай ГП за 10 минут, пожалуйста. Рекорд будет, да? Кто там будет? Тангра, да? Он пусть Коля спекнется в танка, если норм. Совет приду. Такой я сначала сдам, потом отойду. Чей не король? Завоеватель роли. Не будет. Валя, привет.
Ну, отведи, сюрприз. Блин, это... На шару отдам пару. Иди на ступеньки, короче, вот сюда. Она в текстах там и будет. И все. Не бегу. Что все? О, теперь все. Пельсня. Что? Дебаф, да. Я уже не помню, это один тип мой давал. Что вы делали? Разве я дал руку? Знаешь, что ты понимал? Дамаг ворует этот рост у леди. Нему вешается КД? Да. Ну все, пошли. Где вы все? Значит, дебаф вот этот, надеюсь. Да, или вали. Да. Но если он у тебя уже был, то ты можешь все равно украсть, он тебя будет. Что, перекур будет? В вокзале не застрял один. Сейчас прыгну. Что там, перекур обещали? Будет перекур, я не знаю. Так мы уже 5 минут дрочим стоим, вы что, не могли покурить? А, я тогда иду на пару минут покурю быстро. Вернёшься, я договорюсь, чтоб тебя вкнутри. Поклонский, спятнись, пожалуйста, танка, Поклонский. Офните стаю. Это зря, конечно, ты сделал. Прям, блядь, видно, кто это сделал, да? На него же все побежали. Дебил. Стоять дрочить, блядь. Ну они не спекнули, ты же видишь, слышишь, что с ней? Они кастуют спек. Ну, станы, Редрики, давай. Привет. Привет. Мутант, давай войско, если есть. Чё там, на ком? На совете. Нормально. Спекни с Поклонским танка, пожалуйста, суманите там Дессера. Так, смотрите, камень с квадропедра, козырь на куриный хлам. Деталик. У тебя звезда, квадропедра, у тебя кружочек, накуренный хлам, у тебя ромбик и козырь, у тебя полумесяц. Контроль. Я печеньку. А не урка. Ну, наверное, квадропедра, если он говорит, напиши, кого контроль. А я понял. Да хер с ним. Ну как можно 8 мобов всем контролить, 20 человек.
можно как-то уменьшить шрифт цифр всплывающие вот эти? Потому что я не пойму, когда хил идет от объятия вампиров, ну пиздец, вообще ни хера не видно. Когда рейд в одной точке. Не знаю. Смотри, Виталик, у тебя звезда, накуренный у тебя круг. Козырь у тебя ромбик. Давайте, контроль. Там же, когда масштаб интерфейса уменьшаешь, по-моему, шрифт меняется. Не, ну вообще прикольно смотреть. У меня просто раньше пород был, оно показывало скиллы в иконке, это было нормально. А сейчас, когда выключил, просто циферки, плюсики, блядь, херня какая-то. На сбой. А это мне надо, чтобы косить под ПВП-пацана, короче. Все ПВП-пацаны видят, что закидывали их или нет там. Пользуется магнитной зарядкой на телефон? Нет. Ты имеешь в виду беспроводной? Не, ну проводная, но магнитная. Нет, на ЭТК. Ну ты в телефон вставляешь. У меня магнит. Знакомый пользуется. Купленная в магните, да. И у тебя штекер не вставляется в телефон в итоге потом, а просто магнитики между друг другом коннектятся. Это называется телефон. Портативный аккумулятор, дебил. Так, из-за шансов одном поклонский ты будешь на телесете, а мутант будет на Валанаре и Талдораме. Породистый ты напуливаешь Валанара на мутанта, а Легалас ты напуливаешь Талдорама на мутанта. Чек на баф и готовность, дайте фул баф. Дайте каску. Каску на мага. Каску мага. Или пришла уже? Пришел. Дайте каску по шаманам, каску МП5. Пока Last Chance пришел, давай поклонский спекайся в ретрика. Руку я баф каску. Да-да-да, чё? Каску бафни. Ну я это делаю. Дима, подожди. Бафни каску, как бы, пожалуйста. Подожди. Обновите каску, будьте. Кто бафает каски? Бля, чё вы каску не бафаете? Чё, рыбу поставить, что ли? Смотри, там. Каску бафните? А что ты хотел насчет аккумулятора узнать? Не, ну вообще, да не аккумулятор, я за зарядку прямо. Вот так ты шнур соединяешь с телефоном через USB, ну такой микро USB, правильно? Ну да. А то ты в телефон всовываешь просто в переходничок с магнитом, и на конце шнура у тебя тоже магнит, и ты просто их подсоединяешь. Пацаны, друг к другу. 10 минут можете купить. Да какой 10 минут? Слышь, иди в жопу, я только что поел. Ну, поешь. Дай лутера Ваня варенье. Да, лутера, мы поубиваем, слышишь? Ассист. Ну, Дори, что делать Джерриона ждать? Ебать, тикните Джерриона, берите меня, заебали вообще. Так далее уже, варенье, ты афкашишь? Ваня уже... Что, я приду через 10 минут. Дай мне. Ваня, давай. Два, сейчас ДК на двоих, протопал на одном, драма на ДК, нахуливайте. Привет, Ваня. Все, пошли, привет. Я катушка думал, что уже на границе с Мексикой где-то. Чё, мне лутеря дали, если чё. Ну, а катушка будет твоя? Катушка. Да, если там
Кинетика падает, катушка мне вместо щита. Если будет вова падать, кинетик, то это по всем РДД. А я на сову роли, слышишь? Красавчик. Готовьтесь, скоро вихрь будет идти на вас. Много стаков, мало хп, ждите, пока вас захилят. Давайте бежим. Кисел начали с ней накуренного. У меня 25 стаков, это много? Нормально. Стой, пока захилят. И бафчик, пожалуйста. Почему Келисет не идет? Эльдру, лезь не накурен, к вам четвертая пати вроде. Пати Талдрам. Могу его найти. Давайте Талдрам объем, короче, дал рост, хилы РД на рейнджу, там арема, смотрим, разъезжаем. В смысле найти? А, где он? Кастует арема, смотрим. Естественно, сейчас блоки на этих падают, сейчас западет он квадропедри ХП дом. Тесто в ВК. Ты правильно запрыгнул. Давайте Келисета там бейте точно, там еще много ХП будет, еще одна смена цели. Это я не достаю. Давай, че чем? Все, там добивайте босса. Надо будет еще один раз на вихре разбежаться, только там не умрите. Кинайте, бейте, смотрим, что надо будет бежать. Бежим. Сейчас, короче, пока лежу, у меня не резают, читаю новостную ленту ВКонтакте. В Твери, в общем-то, пропала девушка, волонтеров наняли, объявление расклеили. И сейчас, короче, написано опровержение. О, ГЦ, девчонку Ваня. Нашли, короче, спящих в торговом центре. Спасибо. О, катушка. Моя катушка. О, катушка. Ай, лоу, блядь, затирай. Сколько их? Две одна. Я думал, несколько, блядь. Надо кому-то воять. А на кота нормально выедет? Какая нет вообще? Бис. Гому, мутант. Дай катушку, если никому не надо, я туда камень на рейс поставлю. Ну дай кому-то кольцо на мейн. На мейн. На оп. Норм, буду блатным шаманом. Она не нужна, наверное? Не, ну там надо. Алдесру надо. Ваня, если что, там мутант притянул. Кинет, смешно так пошел. Алдесер кот, ты ему-то прости. Мутант все нормально сделал. Красава, мутант. Это такая тактика, чтобы без ГП забрать. Чё, ЗП? Там его на ПР всё равно.
Чити Поклонского. Сука, хоть раз я бы еще этот ебаный трэш бил. Почему-то у меня на памяти ты всегда от него дохнешь. Вот, прям всегда. Да, да. Именно а потом всегда говорит, что не будет бить. А потом бьет. Кем бы, блядь, ни играл, вот всеми ты дохнешь. Что палом, что магом, что ты кое-что варом. Да, и на леди тоже бью трэш, дохну, сука. Мне кажется, проблема в тебе. Ты просто вот конченый, ты не умеешь мне играть. Мне кажется, проблема в танке. Дайте фулбаф по брестам. Согласен, надо третьего танка спекать и напуливать. В вороги ходить. Чё там, кто катушку забрал-то? Десерк. Десерк. А, ну да, нормально, нормально. Я уж боялся, что войду, блядь. Давайте кушать рыбу, дайте фулбафы, там падали присты, маги, дайте пристабаф, лапку, каску по ним. Сейчас каску? Помогут. Да, по магам. Космонавта пьем. Давайте чек на пол. Бахните крест. Магом. Дайте МП5. Помагом. Вот давайте танки на изготовку. Сейчас поест человек быстро. Бому танк. Давай, танки на позицию, начинайте. Добирать лежу сразу между собой. Не стойте в одной точке в центре. Я только попробую на вкус. Отойдите от друида, там уже понесли криво. Отойдите от уже. Криво это когда криво, а тут прям другое что-то нарисовано. Простите. Сам. Падаем, обновляем инф или что? Да, да. Так трэш надо будет опять бить. Давайте отходим от туш, смотрим сейчас по цели, кинешь антифир. Кидай на меня.
Зачем нам бить трэш, когда есть пуп? Давайте от луж отходим, набираем режим между собой. Так, козырь и на курин, гимны на хп, дадите по команде. Давайте гимны. Сбегайте с фактом. Был уже. Нет. Не, не было расставочу дебафами. Там дайте ты, еще ты раз у меня КД на 4 минуты. Я ждал. Ну, так КД дал. Дайте рост. Ой, блядь, я ждал. Кальк, дай. Что этот рост? Да не давайте уже. Там ХП осталось. Ну ты колье моя. Давай лок сюда 50 голды. Как хорошо, что я пошел крестом. Не, ну какой мудак там лужу, сука, разлил. На колье посмотреть хотел. А кто забирает, если... Десант. А, хорош. Кто ты вообще? Ну или два я тебе раздал. А ну подходи сюда. Ты мой осколок тоже возьмешь. Окей, кажется, нормально, не жалко. Кто тут играет? Disrupt. Disrupt? Делок? Да. Ты себе навар забирай, Джерри, он заебал, хули. Да, хорош. В ДБ, блядь, будешь ходить. Пойду бью. Бери тебя роль. Виталик, а в адептах это шея тоже стоило столько? Да. Да нихуя там пока стоит. По-моему, там 1000 стоило. Шея. Не, это потом кто-то придумал эту херню. Раньше шея тапки 3 не у нас только дорого были. 600, да, это я помню. А вот колье. Нет, все одинаково было. Это тут, когда я пришел, было за. Ну или в конце адептов, не помню. Я помню такую херню, что за тапки, за шею, еще за какую-то дрочь, там тоже лупашили пиздец. Кто плачек с ВК? Чё он бабжи? Почему мне парни дали? Потому что у него был пар 2573, а у тебя 2,5. Чего? Что за такой пар 2773? У него было, у Коли было 2,573, а у... Это имя не помню, забыл, было 2,5. Понял, что Коли помнишь. Девочек можно и не помнить. Я в группе ставил. Сразу видно, кто в рейде, кто. Сразу понятно, чья Коля тёлка, да? Тёма, я... ну, когда ты принял... Шлахки нидер. Когда я принимал... Я просто... Ты сначала подумай, а потом принимал... Я не знаю. Иди в жопу просто. Было ходило без того, что сказал. Кличко, сегодня завтрашний день, блядь. А говорит Хотор, блядь. Ару просто. Оказывается, это не Войт Хотор, а Дима Хотор. А, только не Хотор, а Джерю. Меня что-то вы спрашиваете, что-то еще тут справа спрашивают, я не могу разрываться. Да, не отмазывайся, тупой, забей, уже все знают. Справа это кот какой-то сидит. Разрывать.
Паша, сколько времени АФК сейчас там, брат, чтобы я накинул ХП? Блять, да гибни его нахуй, возьми меня магом, ты заебал. У меня там в жизни, чтобы словить в РК запись, когда Джерион говорит слово «я разрыватель» просто. Так, а у тебя есть? Там, кстати, этот Слава скинул на стенку видео, там про Ванилу, ну, такое прикольное. Там, короче, про Диму рассказывает, он, точнее, ты с Димы. Который второй ДК. В смысле? Молодой вот этот. Который? Да, который молодой этот ДК. Аккуратно там, не сдохните, милик, не бейте лучше. А где он был? Ну, просто в руки на стенке. Там ты посмотришь, все поймешь. Скинь ссылку в Ютубе свой. Там что-то, короче, на Ютубе набери «Возвращение в Ванилу», да? Так же там написано? Так, так. «Возвращение в Ванилу», так и напиши. Там, ну напиши там. И скинь ссылку свой. Я не могу сворачивать, сейчас. Да, кстати, сейчас я с тобой поведусь.